Время перемен. Я бы хотел обратиться к тем, кто смотрит нас по телевизору или в интернете. Вы можете похлопать и поблагодарить их за то, что они смотрят нас. Давайте, давайте. Позвольте мне сказать что-то. Если вы нуждаетесь в чуде, если вы еще не признали Иисуса как личного Спасителя, если вы нуждаетесь в чуде, продолжайте смотреть. Бог сделает чудо. А теперь, церковь, еще раз прославьте Бога. Откройте первое послание Коринфянам, первую главу, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия». Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Помните, юродство проповеди не значит, что с нами что-то не так. Речь идет именно о проповеди. Как может умный человек принять то, что кто-то может быть спасен, слыша проповедь о том, что кто-то взошел на крест и был распят ради него? Это ненормально, если подумать. Через крест, через проповедь того, что кто-то был распят за чьи-то грехи, и затем это благовестие креста, это ненормально, и это не о нас. И что же это за благовестие, которое мы проповедуем? Скажите мне. Давайте скажите вместе со мной, повторите это слово «благовестие». 23 стих прочитаем вместе: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Для самих же призванных иудеев и еллинов — Христа, Божью силу и Божию премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. О ком мы проповедуем? Мы проповедуем об Иисусе и Его распятии. Это благовестие, это Иисус и Его распятие. Каждый раз, когда мы проповедуем, что Иисус сделал на кресте, и каждый раз, когда мы проповедуем о Христе, мы превозносим Иисуса. Мы превозносим Иисуса.
И мы превозносим Иисуса, и каждый раз, когда мы делаем это, сила Божья сходит на нас. Итак, в это утро я хочу взять этот стих, чтобы сказать вам следующее, сказать вам что-то очень важное. Скажите со мной: «Сила креста». Однажды Павел сделал ошибку, он пошел в Афины, и когда он пошел туда, он отправился со своим умом, интеллектом и мудростью мира. И он проповедовал 2 года в Афинах, и вы заметили, что в Афинах ничего не случилось. А знаете почему? Потому что Павел говорил с греками о мирской мудрости, говорил, как и они, очень замысловато, тщательно подбирая слова, пытаясь произвести впечатление на них. И Павел, когда вернулся в Коринф, понял и сказал: «Я ничего больше не хочу знать». Давайте посмотрим на это. Это 1 послание Коринфянам, 2 глава, 2 стих. Здесь сказано так: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Не знающим ничего. Не знающим ничего, о чем именно. У вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Почему? Почему он это сказал? Стих 4. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Вы можете похлопать, люди. Итак, что же это значит? Прославьте Бога. Он выучил урок. Он проповедовал афинянам в убедительных словах мудрости, и он попал в ловушку. Другими словами, он сказал: «Давайте я удивлю, давайте я буду проповедовать о Христе». И затем он начал говорить о неведомом Боге, которого он знал, и ничего не случилось. Но теперь в Коринфе он выучил свой урок. И вот что он сказал: «Я ничего не хочу знать, кроме Иисуса и Его распятия». Когда я представлял Иисуса, когда я говорил об Иисусе, что Он делал на кресте, и что это высвобождает силу, так вот Он сказал: «Вот когда мы увидим силу Бога». Позвольте теперь объяснить вам, что Иисус делал на кресте. Во-первых, на кресте произошла замена. Какая замена? Библия говорит, что Иисус взял наши грехи для того, чтобы мы были прощены. Я повторю это еще раз. Это замена. Иисус взял наши грехи, чтобы мы были исцелены. Иисус взял нашу бедность, чтобы мы были успешными. Разве это не восхищает вас? Я знаю, что вы хотели бы услышать более глубокую проповедь, но это проповедь, которая высвобождает силу, когда мы говорим об Иисусе и что Он сделал на кресте. Теперь, на кресте Иисус победил и обезоружил сатану. И эта победа над сатаной была полной и бесповоротной. Полной и бесповоротной. И эта победа над сатаной вечная. Это не может измениться. Это сделано раз и навсегда. Сделано навсегда, запомните это. Итак, на кресте, если у вас есть болезнь в теле, если вам нужно исцеление от Бога, просто помните. Просто помните замена, которая произошла на кресте. Иисус взял наши грехи для того, чтобы мы были прощены. Иисус взял на Себя наши болезни. Посмотрите на меня на минутку, пожалуйста. Он взял наши болезни, чтобы мы были исцелены. Иисус взял на крест нашу бедность, чтобы мы были успешны. Иисус взял на крест наш позор, чтобы мы получили Его славу. Иисус на кресте победил сатану. Это бесповоротно и вечно. Сатана ничего не может сделать, чтобы изменить это. Он побежден навечно.
Похлопайте, воздайте славу Иисусу. И о чем все это говорит мне? Что ты говоришь мне, пастор? Я говорю тебе, что ты можешь пойти ко кресту, если ты нуждаешься в чем-либо. На кресте Бог предоставил нам все. Бог предоставил все, что человеку может понадобиться в любом плане, эмоциональном или физическом. Все, что тебе только может понадобиться. Иисус сделал запас на кресте. Он сделал запас для тебя. Теперь ты можешь пойти и стать ближе к Нему и сказать: «Иисус, я знаю, Ты умер за мои болезни, Ты взял мои болезни и немощи, Ты взял их на крест. Почему я должен страдать? Нет разницы, как долго ты болеешь, нет разницы, как долго ты мучаешься в своем уме. Иисус взял твое отвержение, чтобы ты был принят к Богу. Вам нужно иметь веру в силу креста. Крест — это источник твоей силы, источник сверхъестественной силы. Если ты хочешь видеть Иисуса, ты должен идти к Господу. Ты должен стремиться. Вы можете прославить нашего Господа Иисуса Христа. Запомни, ты должен стремиться к Иисусу Христу. Итак, через Него на кресте мы получили замену. А Павел сказал Коринфянам следующее. Слушайте, я не хочу знать ничего, кроме одной вещи — Иисуса и Его распятия. Что Он сделал на кресте? Он взял мой позор, чтобы я мог ходить в Его славе. Я хожу в славе Божьей. Я больше не отвержен. У меня больше нет этого чувства, что я никому не принадлежу. Я знаю, что Иисус заплатил за все на кресте. Итак, Иисус сделал это для меня, и я принимаю это, и я действую в этом, я верю, и я принимаю. Я видел, как Он это делает. Иисус взял твое отвержение, чтобы ты был принят. Он взял твой позор и взял твой стыд. Если ты страдаешь от насилия, я могу понять тебя сегодня. Иисус взял это, чтобы ты мог пребывать в Его Слове. Если ты пришел в это утро, если тебе грустно, если твои мысли угнетают тебя, я хочу сказать тебе сегодня, Иисус взял твое угнетение. Иисус пришел забрать твои болезни. Он пришел, чтобы исцелить разбитые сердца. Он пришел исцелить тебя. Он пришел восстановить тебя. Если ты грустен, если чувствуешь себя одиноким сегодня, и мы превозносим Иисуса, мы превозносим силу креста Иисуса. Я могу сказать тебе, что Иисус живой. Иисус живой. Коснись своего соседа и скажи: «Иисус живой». Мой Бог, я чувствую Духа Святого. Вы здесь, люди Божьи? Итак, я просто хочу пойти ко кресту. Просто хочу пойти туда и сказать: «Иисус, Ты умер за меня, я не должен терпеть больше эту боль. Я больше не должен иметь эти скрученные кости. Я больше не должен иметь этот рак. Мои глаза больше не должны быть слепыми. Мои уши не должны больше быть неслышащими. Я буду видеть и буду слышать. Иисус». Позвольте мне сказать, что тут есть люди, которые могут сказать: «Пастор, я не знаю насчет всего этого». Откуда ты знаешь, что Иисус живой? Когда ты откроешь, что Иисус живой, ты поймешь, что религия мертва, и ты поймешь, что Иисус живой. И ты можешь пойти ко кресту, и ты можешь говорить со Христом с дерзновением, можешь сказать Ему: «Бог мой, я знаю, что Иисус живой». А откуда ты знаешь, что Иисус живой? Я мог бы привести пример из разных областей. Но позвольте мне только привести очень простой и глубокий ответ. Если Иисус делает сегодня те же вещи, что Он делал и в прошлом, когда Он приходил на землю, тогда Он живой. Нет, вы не кажетесь убежденными. Другими словами, если ты знаешь Иисуса, что Он делал раньше? Он исцелял больных, Он делал чудеса, воскрешал мертвых, очистил проказу, Он изменял сердца людей. Религия не имеет силы изменять сердца людей. Религия — это только внешний вид. Но у нас не религия. Живой Христос в нас.
во мне живой Христос. Он воскрес из мертвых, и Он живой. Так что я могу прийти ко Христу, и я могу сказать дьяволу: «Ты побежден, ты обезоружен. Мой Иисус не только победил тебя на кресте, Он обезоружил тебя. Теперь у меня есть оружие, у меня есть власть, у меня есть сила. Иисус живой. Помни это всегда, Христос воскрес для твоего прославления. Коснись своего соседа и скажи: Иисус живой». Я видел сотни и тысячи людей в 45 странах мира, и я видел, Иисус делает те же вещи, которые Он делал, когда приходил на землю. Однажды я был на служении в Маракайбо, в Венесуэле, и во время прославления Иисуса мы находились в присутствии Бога, и там была одна больная женщина, которая искала меня, чтобы я помолился за нее. Она пошла на ТБН и не могла найти меня. Она пришла в церковь, а меня в этот день не было. Когда она поехала в Венесуэлу, она знала, что я буду там, и она сказала: «Я хочу быть исцелена». У нее был рак. Ей осталось жить где-то 15 дней. Доктора сказали, что они ничего не могут поделать. У нее была опухоль, она не могла ходить, и вот в инвалидном кресле она поехала в Венесуэлу. Мы прославляли Иисуса, и я говорил людям то же, что я говорю и вам сегодня, что Иисус живой, и что это не религия, что Иисус живой, и что Он воскрес из мертвых. Если это не приводит твой дух в состояние радости, у тебя религия. У тебя религия, а религия мертва. Религия ничего не делает для человека, но Иисус живой. Итак, я разговаривал с людьми, и мы прославляли Бога, и эта женщина сидела вон там, в инвалидной коляске. И вдруг я увидел, что эта женщина идет и толкает свою собственную коляску. И я спросил: «Что с тобой случилось?» И она сказала: «У меня был рак, но Иисус освободил меня. Теперь я могу ходить. Раньше я не могла ходить, но теперь я могу ходить». Видите, это Иисус, о котором я говорю. Это Иисус, о котором я говорю. Если ты пришел в грусти сегодня, я говорю тебе: славь Его. Если ты пришел в грусти сегодня, Иисус явился многим. Он явил себя живым. Он сказал: «Посмотри на мои руки, посмотри на мои ноги. Я не дух, я в теле, я живой». Иисус воскрес из мертвых, чтобы вознести тебя от смерти. Ты больше не должен быть в болезни и в немощи. Иисус живой. Видите, религия не имеет силы изменить тебя. Религия не сделала ничего для тебя. Но Иисус, Иисус, если ты пришел больным, если мысли угнетают тебя, это утро, это твое время. Сила креста, Иисус и Его распятие. Что бы Иисус ни сделал, это было чудом. Его рождение было чудом, Его воскресение было чудом, у Него были просто потоки чудес. Иисус — это Иисус чудес. И вот сила крови высвобождается. Сегодня твой день. Сегодня твой день. Встаньте, пожалуйста. Если вы пришли сегодня с болезнью в вашем теле, я хочу, чтобы вы вышли вперед. В один ряд, пожалуйста. Хочу, чтобы ваша вера присоединилась. Хочу, чтобы она активизировалась. Хочу, чтобы вы знали, что тот же Иисус, который пришел на землю, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых. Он тот же самый Иисус, который служит нам сегодня. Те, кто смотрит нас по телевизору, я хочу, чтобы вы положили свою руку на экран. Я не слышу вас. Хорошо. Итак, ваш телевизор или монитор компьютера, пожалуйста, если вы смотрите на меня сейчас, пожалуйста, кладите руку на экран. Ваша рука прямо на экране. Готовы? Вы готовы, люди? Вы готовы? Поднимайте руки и воздавайте Ему славу. Отец, во имя Иисуса, тот же Иисус. Тот же Иисус, который ходил по земле. Тот же Иисус, Он здесь, в служении царства царя. И сейчас
Все тот же Иисус откроет слепые глаза. Все тот же Иисус откроет неслышащие уши. Тот же Иисус, который воскрешал людей. Тот же Иисус, который приказывал духу смерти уйти. Тот же Иисус. Отец, во имя Иисуса я приказываю всем духам болезни и немощи. Всем духам болезни и немощи я приказываю отпустить тела людей Божьих. Отпусти их. Отпусти их сейчас. В тот момент, когда я провозглашаю силу крови Иисуса Христа. Вот-вот. Вот здесь, вот. Вот сейчас. Что случилось здесь? Пастор 6 лет назад, он пережил авиакатастрофу. 6 ребер у него было сломано. Левая ключица сломана, кости запястья, сломаны многие кости. Боль по всему телу, он не мог даже встать. В момент, когда вы молились, он сказал: «Не касайся меня, Господь исцелил меня, я встану сам, нет боли в теле». Слава Богу! Я был на полу, я упал на пол. Сила Божья повергла себя. 7 ребер. А 6. Исть, ключица. И теперь? И теперь я свободен. Пастор Синтия была рождена слепой на левый глаз. Это от рождения, это не от возраста, а от рождения. Она не могла ничего видеть на левый глаз. Сила Божья сошла на нее, она все еще не может читать, но она может видеть чисто своими глазами. Подождите. Я хочу, чтобы вы закрыли свой хороший глаз. Сделайте вот так. Давайте, следуйте за мной. Следуйте за мной. Иисус открывает глаза слепых. Следуйте за мной. Давай. Пойдем, пойдем. Иисус живой. Слепой глаз от рождения. Слепой глаз от рождения. Давай. Пошли со мной. Очень хорошо, давай. Спасибо, Иисус. Иисус живой. Почему вы улыбаетесь? Почему улыбаетесь? Потому что я исцелена. Что вы почувствовали? Я почувствовала, как тепло прошло по моему телу, и все. Хорошо, почему вы не могли видеть раньше? Как вы видели? Только тени. Что-что? Только тени. Я на самом деле ничего не могла видеть своими глазами. И теперь? У Паулины был ревматоидный артрит в течение 2 лет. По всему телу была ужасная боль. И теперь это все полностью исчезло. Что случилось? Я просто почувствовала сильное тепло прошло по моему телу. Сильное тепло. Я пришла в это утро с сильными болями. Боль по всему телу, в руках и в ногах. Я не могла встать этим утром. А потом, как только я стала молиться... У этого молодого человека был сколиоз в спине с детства, боль в спине. Он не мог согнуться без боли. Сила Божья прошла через него, он стал сгибаться, полностью исцелен. Слава Богу! Нагнись, брат! Давай! Сколиоз исчез! У Дианы был разорван мениск, она не могла двигаться из-за боли. Нужно было делать операцию. Это не могло пройти само собой, но Иисус исцелил ее. Почему ты плачешь? Это мое прославление. Нет ничего больше. У тебя много боли? Абсолютно ничего. Нет, я имею в виду раньше. Да, да. Сколько лет? 2 года. 2 года? Да. И что вы почувствовали? А сейчас я почувствовала, что сила Божья освободила меня. Мое колено больше вообще не болит. Подвигайся. Давай. Воздайте ему славу, люди! Да благословит вас Бог. Я верю, что проповедь, которую вы услышали, коснулась вашей жизни и преобразила ее. Я хочу спросить вас, а приняли ли вы Иисуса? Что ты имеешь в виду, принял Иисуса? И кто такой Иисус? Иисус — это Сын Божий. Единственный путь, единственная истина, единственный путь на небо. Путь к жизни и воскресению на небе. Если у тебя не было встречи с личностью Иисусом Христом, ни с религией,
религией, но с личностью, Иисусом Христом. Вы можете сказать мне: «Пастор, мне нужна помощь. Я устал, я чувствую пустоту внутри, я в кризисе, столько много проблем, мой брак, финансы, я не знаю, что делать. Помолитесь за меня. Я хочу отдать вас дающему жизнь Иисусу Христу». Повторяйте за мной вслух, где бы вы ни были, в больнице, в госпитале, в тюрьме, если до этого вы не призывали Иисуса, я хочу, чтобы вы повторяли за мной. Повторяйте за мной. «Отец Бог, я осознаю, что я грешник. Я отрекаюсь от моих грехов. Я исповедую моими устами, что Иисус — это мой Господь и мой Спаситель. Повторяйте со мной. Я верю всем моим сердцем, что Отец воскресил Иисуса от смерти. И прямо сейчас я приглашаю Иисуса прийти в мое сердце. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь». Если вы молились со мной, я хочу, чтобы вы взяли телефон и позвонили нам или написали. Расскажите, что с вами случилось, что Господь сделал в вашей жизни, и я буду молиться о вас. Если вы больны, если вы говорите сейчас: «Пастор, я нуждаюсь в исцелении, я молюсь во имя Иисуса», и хочу, чтобы вы протянули руку в сторону телевизора, я скажу вам, что телевизор не имеет никакой силы, но Иисус имеет силу. Я освобождаю силу Иисуса Христа, живого Христа. Вы примете эту силу. Я высвобождаю эту силу на вас. Отец, во имя Иисуса, я запрещаю всякому духу болезни. Я приказываю болезни уйти во имя Иисуса. Если вы слепы, глаза откройтесь сейчас, уши откройтесь, рак исчезни, боль, артрит, уходи во имя Иисуса. Я приказываю болезням уйти во имя Иисуса Христа. Будь исцелен, будь исцелен. Аминь и аминь. Да благословит вас Бог. Это время для перемен с апостолом Гильермо Мальдонадо. Эта программа посвящена преобразующим библейским принципам, принесению ценностей Божьего Слова назад в общество. Иисус — это истина, путь и жизнь. Если у вас есть молитвенная нужда, или вы хотели бы приобрести аудио- или видеокопию сегодняшней передачи, пожалуйста, пишите нам по адресу, который вы видите на экране. Или звоните нам по телефонам, которые сейчас видны на ваших экранах. Заходите на наш сайт. «Время для перемен» создано на ERG Media at King Jesus International Ministry. Спасибо за молитвы и поддержку нашего служения. Спасибо за то, что были с нами. И помните, сегодня время для перемен.